космического времени суток. С вами Виджейвери. Я играю в Геншин и продолжаю проходить задание на острове Цуруми. Сейчас нам надо пройти сквозь туман и сделать подношение трем звездовьям. Судя по всему, вот эти вот три. Ну и пока что мы идем вот святилище, что-то там. Рай или... В общем, разберемся по ходу дела. Так. Нет! Да, в эту сторону. Текс. Я тут уже немножечко пособирала. Всякое разное. Но вот тут еще не была. Грибочки вижу. Опять-таки. Вот Тома-то обрадуется грибам. Тут непонятно, куда именно надо идти, чтобы сделать подношение. Наверное, надо ориентироваться по вот этим вот фонарям. Не знаю, что это. О, сундук. Ну, потом займусь сундуками. Ай! Куда? Кажется, мы пришли куда надо. Так, а где тут? Не вижу. Внизу, наверное. Ну ладно. Потом совсем разберусь. У нас тут ру и ку. Ой, как больно. Мэй, Пайман, вы пришли очень кстати. Что такое? В чем дело? Ай-яй-яй, кажется, я подвернул ногу. Ку опять поранился. Поможете нам сделать подношение гнездовью? Знаете, я чего-то подобного ожидала. Ну да, давайте. Ни о чем не переживайте, мы все сделаем. Большое вам спасибо. Ах да, Ру, ты же восприимчив к стихиям и все такое. Почему бы тебе не сделать подношение самому? Ну, на прошлых церемониях я пытался, но вышло не очень. И сколько же там у них было этих самых церемоний? Вообще непонятно, ни сколько ему лет, ни сколько раз проводили эти церемонии, и что там вообще делают. Да ладно. И почему же? Сам не знаю. Ладно, мы тогда позаботимся о гнездовье. Пожалуйста, помогите нам с гнездовьем. А я останусь с Ку. Ну ладно. Ку. Пацак. Ну что ж. Опять надо будет собирать вот эти вот перышки. Ну, уже понятно, как их надо искать, так что уж не заблудимся. Хотя в тумане это сложно делать, но... Так, отсюда ничего не видно. Так, пойдем по следам. Что-то тут странное происходит, конечно. И мне это не нравится. И это тоже мне не нравится. Хи ни киоцкеро. Вот
поцарапали, а, заразы. Как всегда. А, вижу. В смысле? Ты куда? Вернись! Ты нормальный? Нет. А, понятно. Зато мы нашли этот самый, как его там, электрокол. Ну ладно. それ全部丸見えね。ザコどもが。これで。 あ、どうぞ乗るわよ、じゃあ。火に気をつけろ。手をつなぎましょう。せい。いや、ちょっとぶっ飛びね。 丸見えね。これで。へい。これで。欲しいなら君にやるよ。 Это, конечно, довольно жестоко, но... Они сами на нас напали, так что... Это оборона. Ничего не знаю. Так, а где этот? Собрали? Нет. Пирота. Что-то не сообразила. Нет. Наконец-то. Похоже, все сделано. Давай вернемся и поищем Куиру. Ну, давай. Хини киоцкеро. Скедачи санчо! Цитта! Сэй! Та! Хаяте! Я! Какое тут эхо-то чудесное просто. Так, где там? Ну все. Заканчиваем подношение. Красиво. Однако. Еще один телепорт. Прелестно. Теперь гнездовье светится. Подношение, кажется, совершено. Простите. Думаю, вам пришлось непросто. Хе-хе. Не забывай, что мы мастера по решению проблем. Почти как церемония по перенаправлению света. Чё? Уладить три проблемки в трех местах, чтобы справиться с проблемой побольше. Такое происходит с нами постоянно, не находишь? Мне не очень понятно, о чем вы говорите, но у взрослых есть такая поговорка. Называется «Правило трех». Правило трех? Что это означает? Ну, смысл примерно такой, что для достижения результата все нужно делать трижды. Например, удача придет, если три раза случится счастливое знамение. Для дурных знамений то же самое. И еще говорят, что в любом деле нужно преодолеть трудности трижды, а на четвертый раз тебя будет ожидать успех. Погоди, это уже скорее правило четырех, не так ли? И то правда. Пайман отлично умеет считать. Хи-хи, а как же? Кстати, между делом, а как укус ногой? Не переживай, с ним всегда так. Эх, как неловко вышло. Надеюсь, это не скажется на церемонии. А если скажется, я потом не смогу смотреть тебе в глаза, Ру. Что ты, не надо так. Ты ведь всегда был так добр ко мне. Мэй, Пайман, идите первыми. Я пока побуду с Ку. А когда вы закончите с подношением, мы займемся уборкой. Кхм-кхм.
то же самое сказал, капец. Чел, ты повторяешься. Суйте кой нанте итте най йо. Телепорт, 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 телепорт. Так, дальше нам куда? Ну вот, видимо, туда. Ладно. Какая музыка загадочная тут везде. Но с другой стороны, туман, тайны, вот это все, можно сказать, связано. Ой. Хоно но тате! Тео цинаги машо! Лео атмаэль мушкерага, зоксео миора-сан. Да! Натакши но оучи ни ираш-шай. Хи ни киоцкеро. Иказучи ни сасагу. Так, ну никто не умер. Но покушать не помешает. Хошимоно ва атта? Удобную тему ввели, вот можно переключать. Очень удобно, блин. Сорет! Цемпу марумие не? Там! Ха! Ха! Ай, та-та-та-та! Хини киоцкеро! Чё ж ты промазываешь-то, а? Оре га маморио! Та-та-та! 覚えたわよ. Сан, сэй. Ладно, не отвлекаемся. Там еще надо добраться туда. Чтобы выполнить задание. О. Ну, мимоходом доведем Фию до истерики. Хотя, скорее, это меня до истерики доведет. Они постоянно так медленно перемещаются, не пойми куда. Сколько тут Фии-то? Вон там еще где-то. Капец. А, ты уже здесь? И снова здравствуйте! Это гнездовье также остается на вас. Никаких проблем. Ты же вроде с Ку был, не? Ну ладно. Нет так нет. А где? Ладно. А! Куда ты? Совсем дурак, что ли? Да чё ты творишь? Где-то наверху. А где наверху? Вопрос хороший. Ладно, потом с этим разберусь. Тут ни черташеньки не видно.
А, надо трех фей. Вот третья где-то была там. Вон там где-то. А, вижу. Куда ты нырнуть-то все хочешь, а? Я даже не знаю, что сказать. Кроме того, что музыка классная. Какой-то веки, у Надзуми классная музыка. Так мне надо было собрать феи не только ради сундука. Классно. Что я могу сказать? Ага. Ну что ж, нам нужно перо. Пока что я вижу только гриб. Еще один. Блин, этот сундук меня долго будет доставать, а? Опять? Вы опять от меня улетать сейчас будете, а? Сволота какая, а? Сорет! Обязательно собаки, да? Ладно. Вернись, эй! А, теперь еще и вы. Что ж такое? Они туда улетели? А как? Я не поняла. Тишина такая, капец. Что делать-то надо? Надо что-то решить. Вот эти вот штуки. Я никогда не понимала, как они должны работать. Ага. Теперь надо еще эти как-то соединить. Непонятно. Гомика. А эти тогда зачем соединять? Ничего не понимаю. Я еще где-то тут видела.
Ладно. А если поставить сюда? Осан. Как это должно работать? Ладно, не важно. Я никогда не пойму, наверное, как вот эти вот релейные камни работают и прочая фигня. Сам такой. Сэй! Да! Я! Сэй! Нет! Хини, киоцкеро! Я думала, из него хоть что-нибудь вывалится, но это что вообще такое-то? Капец. Слов нет. Одни emotions. Офия. Оперу. Да... Опять улетело, да что такое-то? Всё нормально, да? У них какой-то заговор у этих перьев, я не понимаю. Сволота. Ладно. А что тут написано? А это что? Непонятно ни черта. Вон там по любасу Селесте я отвечаю. Но в таком тумане ее не видно. Вопрос, а как они тогда ее видели и нарисовали? Ничего не понятно. Впрочем, так можно практически всю историю Тейвата описать. Что ничего нигде не понятно. Что-то происходит, а что непонятно. И почему. А, сундук. Да ё-моё. Ха? Коннаному хосино. Ага. Тифея. Тифея. Ой-вей. Ладно. Годзино хоно! Не, ну ты прикололся или что? Цитекой нанте ит. Хой! Тат! Лео атмаэль мушкерага. Хононо тате! А чё он не загорается-то, алё? Это какой-то прикол или что, или где? Ят-тат! Э, алё. А, их, наверное, опять в определенном порядке надо зажигать. Ну, прости, Тома, придется мне тебя заменить на секундочку на кого-то, кто с этим справится чуть получше. Угу. これが臨時収入か。 ничего не понятно, ну ладно.
теперь возвращаем обратно Тому. Всем он хорош, но вот зажигать факелы, конечно, это такое себе. Ага. Опять что-то написано. Я не понимаю их язык вообще. Сейчас улетит опять, да? Это ж зараза. Так, я ж за феей ходила, господи. Какого черта-то я ее не нашла? Где она, блин? Где? Я тебя слышу. Точно. Хими, киоцкеро. Как я могла не заметить груду камней? Ладно. Могло быть хуже. Какая же она медленная, боже мой. Может, ты вообще из пещеры вылетишь нафиг, а? Чтоб уж наверняка, нет? Пойдет? А, круто. А зачем вообще тут нужна вода? Пять сражаться, да что ж такое-то? Тенпу марумие не? Нет! Тебе! Я! Ну, главное, что быстро. Чё и зачем? А зачем я это делаю? Не совсем понятно. Ну ладно. Что мы тут включаем-то? Непонятно вообще ни черта. Допустим. Осай. Да, ты падаешь. Мне не нравится все. Это если кратко. Так, и чё? А. Ну, то есть я все правильно делаю. Гомика. Ладно. Хорошо. Наверное. Цуруми очень непросто искать эти маленькие перышки в густом тумане. Надо сразу забрать этот электрику, раз уж он тут. Сорет! Казио! Я!
せ図が高いぞ。Надеюсь, на меня сейчас никто не кинется. Тень это май! Вы очень не хотелось. Это происходило. А мне вообще сюда надо, нет? Ну почему всегда вы? Ну почему? Кини, киоцкеро. Зоксео Миора-сан. Я! То! А, ну и они еще. Тео, цинаги маша. Соре! Да, да! Коре де! Они хотя бы не так раздражают, как вот эти вот собаки. Погодите-ка. Я же не тут была. То есть туда можно попасть вот таким вот путем, да? Ох, ну ладно. Но мне, выходит, сюда и не надо было. Ну ладно. Хоть посмотрела, что тут. Да. Тоже что-то нарисовано. Это напоминает мне вот эти вот расписанные стены на драконьем хребте. Люди кому-то поклоняются. Луне. Солнце, что это? Не, ну судя по всему, это луна. Там звезды, вот вся вот фигня. Король там какой-то. Но это все как бы не наше дело пока что. Блин, тут где-то эти как их там электрокулы, а я их найти не могу. И вряд ли еще найду в ближайшее время. Вот один там спрятался. Я не знаю, как туда попасть. Потому что там закрыто. Вот этим вот барьером электро. Как туда попасть? Я хз. Так. О. Ну, хотя бы этот я забрать смогу. Там же еще есть. Куда я, собственно, попасть-то пытаюсь? Понятно. Кстати, вот так можно делать. Не знаю, правда, зачем, но можно.
よ。Опять мы упали вниз. Вот зачем ты это сделала? Не люблю лабиринты, а тут еще не видно низги просто. Хасейл! Наконец-то мы вернулись. Господи. Ура! Снова мы убрали туман. Спасибо, Мэй! Спасибо, Пайман! Вижу гнездо и в отличном состоянии. На этот раз церемония точно пройдет как надо. Да, было... Не то чтобы опасно, не то чтобы легко, было долго. Хе-хе, сынок, Пайман и Мэй путешественники бывалые. Слушай, Мэй, а откуда ты родом? Люди, которые приходили сюда раньше, говорили о некой Надзуме и острове Наруками. Вы тоже из Надзумы? Ну, можно и так сказать, хотя на самом деле нет. Да, мы действительно с острова Наруками. Постой-ка! Пайман почти забыла, что мы ищем Маусира. Да, мы прибыли из очень-очень далекого места. Это точно. Выбирайте интересную историю о своих приключениях, чтобы рассказать Юру. Круто! Вы даже летали верхом на драконе! Да. Но это было очень неудобно. С ума сойти! Мир, знаешь ли, огромен! Я и не догадывался, что за морем тумана так много разных мест и столько людей. Если я однажды выберусь отсюда, то хочу посмотреть их. Нам постоянно говорят, мол, если покинуть туман, наши души потеряются, и что он защищает нас от тьмы извне. Но я уже повстречал немало людей из внешнего мира. Потому-то мне известно, что море молчания должно быть населено. Если у тебя есть такая возможность, мы можем посмотреть вместе. Хорошо, значит, договорились. Вы идите первыми. Когда закончится церемония, вместе исследуем мир за пределами острова Цуруми. Конечно. Я тоже хотела бы полетать на драконе. Да, дракон — это тема, но пока что, наверное, придется опять прерваться. А мне осталось... Коно йони, джунсуй на джию нанте най но са. Казе сае, ицка яму токи га кури. Да. Вот, еще место осталось одно очистить. Вот где-то там. И этим я займусь в следующий раз. А пока что большое спасибо за просмотр. Удачи, Женя, и до свидания.